Дорожный ремонт во Владивостоке в самом разгаре. За качеством работ и сроками соблюдением подрядчиками технологий следят не только представители городской администрации, но и общественные наблюдатели. А если сделать, как в этом на Пушкинской делинаторе или как на Гоголе, просто вот этот вот, ну, сквозной. Этим проектом, да, это не предусмотрено. 18 мая так называемые народные контролеры вместе с представителями администрации Владивостока проверили ход выполнения дорожных работ на улицах Калинина и Толстого. Ремонт на улице Калинина проходит за счет краевых средств с финансированием из городского бюджета. В этом году на участке от остановки «Чайка» до остановки «Мальцевская» отремонтируют дорожное полотно, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, а также предусмотрен ремонт тротуаров. Завершить работы должны к середине августа. В данный момент проведены подготовительные работы, установлены частично бортовой дорожный камень, начался процесс разработки грунта под устройство новой ливневой канализации. Общественные наблюдатели работают с городской администрацией на всех этапах – от начала ремонта, приемки работ до проверки объектов по гарантийным обязательствам. Наблюдатель Владимир Стуков отмечает, работы на Калинина идут в полном соответствии с графиком. То, что было в начале до самой работы и что сейчас сделано, работа проведена плодотворно проектировщиками и подрядчиками. И то, что планируется окончить в этом году, работа идет, можно сказать, согласованием со всеми проектными документациями. Ремонтные работы на улице Толстого проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Комплексный ремонт проведут от пересечения с проспектом Красного Знамени до остановки Толстого и до пересечения с улицей Фанвизина. Работы здесь тоже планируют завершить в августе. В 2023 году проводятся мероприятия по ремонту улицы Толстого. В том числе предусмотрено ремонт дорожного полотна, устройство новой ливневой канализации, замена, установка разрушенных бортовых камней. В том числе в конце будут предусмотрены новые технические средства организации дорожного движения, то есть новая дорожная разметка, новые дорожные знаки, остановочные павильоны. На участке уже разобрано дорожное полотно, заасфальтирована часть тротуара и установлен бордюр. Все работы под пристальным вниманием мэрии и общественников. Осмотрели улицу Толстого, где будет производиться замена асфальтового покрытия тротуара. Также будет делаться асфальтовое покрытие дорожного полотна в два слоя, меняться сети коммуникаций. Пока прошлись по данному объекту, было обнаружено, ну, можно сказать, не замечание, а дополнение вот по поводу несоответствия высоты бордюрного камня, примыкающей лестницы. Так, в общем, пока в первый выезд в этом году, в целом сделано более-менее. Выезжая на объекты, общественные наблюдатели делают качественные замечания и высказывают предложения. Это позволяет делать объекты более человечными, отвечающими на реальные запросы населения. Отметим, что в Владивостоке за счет средств городского бюджета и субсидий краевого правительства комплексным ремонтом в этом году планируют охватить около 20 улиц. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.